Он лет 10 съел, пропердывал штаны и вдруг решил за один день всех замочить конкурентов просто и стать главным наркодилером и торговцем оружием. Твою мать, это что такое вообще? Ты нормальный вообще? Повторим, ладно. Та скотина. Ну, кто еще? Какое-нибудь движение по периметру? Нет. Окей. Немножко под другим углом зайдем. Прям с парадного моста, так сказать. Скотина! Палит из-за стенки, я его не вижу. Хотя как будто первый раз я его не вижу. Скоты, а! Опять почти пристрелили меня. Здорово, это не бесконечное. Давай. Просто колоссальный расход патронов, вот как эта миссия называется. Домик у них что надо? Ну, по размерам-то. Твою мать, это еще не все. Ну охренеть теперь. Ага. Ты что, здесь один? А почему орали разные голоса? Длинновата дорога-то. Я, по-моему, себе на ногу лью. Весь бензин. На штанину прям. И в башмак. Ты думаешь, это все дерьмо не сгорит? Само собой.
иду по приборам. Вот так должен бензин загораться, а не как тогда. Ну и рожа. Горелым пахнет что-то. Какой-то прям веселый фермер, а? А можно мне фермером побыть, а? Комбайны есть? Сан Андреасе были. Это аппарат для тюковки, это понятно. Нукс. Что-то вот трактор есть. Может быть, можно что-нибудь подцепить. Трактор-то хороший. А привет, Тревор, приезжай в охотничий дом, погоняем серьезную дичь. Ща на тракторе заявлюсь. Угон трактора с помощью кулака. По-моему, физика лучше, чем в фарминг-симуляторе 15-го года. Ну давай, детка, ну скажи, что можно подцепиться, а? Ну, пожалуйста. Подцепились. Ну, пожалуйста. Ладно, так поеду. Классный аппарат. На козла можно встать? Нет? Точно? Нечто бешеное, я бы сказал. Так, надо кого-нибудь переехать, срочно. Срочно надо кого-нибудь переехать. Ну, только не эту тачку. Хотя давайте, кстати, вот эту тачку возьмем. Я на этой Трантайке далеко не уеду. Атомик на колесе написано. Чего? Какая нахер баба в такой тачке? Ты че, упорлась, что ли, совсем? Вот тебе, Satisfaction, блин. Нехер на таких кататься, бабам всяким непонятно. Что это такое? Что-то непонятное. Грузовик с домом. Какой-то курятник, что ли, непонятно. Это сборище хиппи всяких, что ли? Ну, типа того, можно сделать с такими конструкциями на такой машине. Да ну тебя нафиг. Упс. Минус один хиппи, какая потеря. Small Town Boy играет, я так понимаю.
Ну или песня с Пол Таун Бой. Классика. Куда ты мне в лобешник? Совсем что ли ополоумел? Психопатов всяких понабрали в качестве NPC. Так, что у меня колесо-то заклинило? Оно вообще корпуса не касается. Главное, когда на него не давлю, оно работает. Хотя, да, подвеска уже того. Ну, у меня кактус чуть не загрузился сам собой в кузов. Давайте посмотрим на погоню. Хотя фиг я их догоню. Эй, я хочу посмотреть на погоню, на машину, ну едь. Ну, едь, машина. Еще лучше. Это было ожидаемо. Так, это явно не поедет. Хотя все возможно. Курица бегает. А что? Никто же не пострадал? Да как я промахнулся-то? Очки-то сними. Ну вот я тебе снял очки. Это чё, этот? Агутин, что ли? Это же Агутин. Да пошел ты уже нафиг. Ты заколебал, парень. Пута мадре. О, меня опять разыскивают менты. Чтоб тебе... For sale. И что, можно купить? А можно... А как? А. Да чё вам надо, я дом покупаю, отвалите. Тут гараж продают. А я покупаю. Да я понял, что не работает, всё. Давай уже сигай через забор. Паркур не удался. Ладно. Да что ж вы такие все ловкие-то, засранцы. Иди пончик поешь, скотина. Нет, стрелять меня точно не надо. Погнали отсюда. Здесь какой-то цирк творится. Карин.